Доброе утро, друзья! Как всегда, субботний день начинаю с прогулки по барахолке. Смотрите, какая интересная держалка для бутылки. 3000 он хочет за нее. У меня есть знакомая, у которой скоро день рождения. Подарю ей на день рождения. Семейка Адамс, Wednesday, вот там руки бегают. Такая вот красная есть, есть черная. И стоят они по 1000 каждая. У меня на Никитской вся посуда квадратная, поэтому я подкупаю, чтобы комплект был, чтобы стол квадратами накрывать. Вот здесь такая стопка блюдечек керамических, стоит 200 рублей. Смотрите, как их много. Вот. Беру. Вот такую лягушечку мне оставили. 25 рублей. Умывальник вот такой вот стоит. 500 рублей. Видите, какой дизайнерский. А коробка 50 рублей. Это коробка для шоколада. Написано Love. А здесь написано Choco Bear. Шоколадный медведь. С любовью. Вот такие цены. 5000 стоит лазерный эпилятор. Это вот, у кого волос много, найдите специалиста, купите себе и убирайте. Розовая перламутровая косметичка. 100 рублей. Вот. Такая. Сколько тут аппарат? 300 рублей вот такие вот часики. Мам, у нас просто. И вот на этом, наверное, лучше. Вот так. 250 рублей вот такая вот заводная лягушечка. Беру. Смотрите, целая бобина вот такой вот нарядной лентой. А для оформления подарка всего 100 рублей стоит. Куплю. Она толстая. Вот до сюда вот намотка. Все куртки стоят 500 рублей, 600 рублей. Я себе выбрала вот такую зеленую. Она коротенькая. Договорилась за 400. Модель хорошая. А такие вот полуфонарики, рукава наверху. Очень хорошо будет с какой-нибудь жилеткой, как утепление под жилетку. Такого цвета благородно-болотного у меня еще нет. Мой Сёмочка собирает динозавров. Вот такого покупаю ему за 250 рублей. 300 рублей стоит вот такой вот аквариум. А он очень хорош для того, чтобы туда посадить одну рыбку. Например, рыбка-петушок не нуждается в воздухе. Она берет его с поверхности воды. А вот туда можно красивые таблетки стеклянные положить, водоросли, и будет очень красивая композиция дома. 300 рублей? Сингониум стоит по 300 рублей. Это растение для пруда. У меня есть в зимнем саду прудик. Вот он очень-очень влаголюбивый. Вот такой вот вид, очень редкий. Он триострённый называется. Посмотрите, у него три листика. Сингониум триострённый. Покупаю за 250 рублей. Сингониум бабочка, говорят, в народе называют. А морские звезды сколько стоят у вас? По 200 рублей. По сколько? По 200. По 200. А можно поближе? Вот та у меня нижняя есть обычная, вот этого такой нету. Я верхнюю возьму, можно, да? Можно. Смотрите, вот этот колокольчик молочно-цветковый белый, стоит 500 рублей весь. Возьму. Вот такая вот куколка стоит 200 рублей. Очень аутентичная, поэтому на стеночку повесить в детской комнате будет очень прикольно. А крюшонница 1000 рублей, а два чайника вместе тоже 1000 рублей. А это крюшонница тоже 1000 и два чайника 1000. Понятно. Рыбаков, наверное, уже нет, от них остались только картинки. Смотрите, какие интересные.
Каждая картинка стоит 100 рублей. Смотрите, там блеск для губ стоит 50 рублей. А взяла себе вот столько на 1000 набрала различных блесков. Я знаю, как их разбавлять. Они как подсохшие, но когда блеск подсохший, он еще лучше мажется. Но зато кончается очень быстро. 25 штук взяла. Блеск прекрасный. 500 рублей стоит вот такой вот замечательный кувшинчик. Цвет красивый. Теплая глина. Просто удачная покупка будет. 3 ватта. 3 киловатта. 3 киловатта. И сколько стоит? За 3 отдаю. Ладно, 100. Вещь хорошая для межсезонья, пока батареи не включили. Возьмем. Смотрите, вазочка стоит 300 рублей. Это ваза в стиле модерн. Это произведение Альфонса Мухи. Это чешский такой художник. То есть реальная вещь очень ценная. За такие смешные деньги обязательно кто-нибудь докупит. Коробка акриловых красок, свежих, самое главное, стоит всего 50 рублей. Здесь коричневый, зеленый для лягушек, белый, черный, все как я люблю. Конечно, беру. Санкт-Петербург прессик, 100 рублей беру. Вот такая ткань, купон, где-то 2 на 1,20 м, стоит 300 рублей. Прекрасная юбка будет. Ноги будут видны, как я люблю, и еще коротенькую юбочку поддену. Вот такие стеклянные накладки для фонаря стоят 200 рублей, все 4 штуки. Конечно, ими можно интерьер украсить, то есть закрепить где-нибудь, но я пока не придумала, как. За 500 рублей покупаю вот 4 таких гортензии. Они очень красиво смотрятся и выглядят по-осеннему. То есть для праздника осени этот букетик среди овощей поставить будет очень нарядно. Полюбуюсь, а потом на кладбище отправлю. Вот такая новая футболочка стоит 250 рублей. Возьму из нее кофточку, сделаю, я знаю. Спасибо, как. Дорогая. Такая шикарная черно-белая толстовка стоит 350 рублей. Помимо капюшона, там внутри очень теплое горло, чтобы лицо закрывать осенью. Сзади тоже буковки. Смотрите, вот так вот в ладонях изобразили тайную вечери. Это пластиглаз, стоит 7000. Вот такие наборчики я видела в кафе «Чайхана номер 1». Видимо, гости, которые приходят в кафе, уходят с такими сувенирами, а потом продают их на барахолке. На барахолке есть дядечка, у которого все очень-очень дорого. Но вот из-за того, что здесь изображена на прессе дачная фея, я все-таки за 4000, скрипя сердце, покупаю этот арт-объект. Вот клей здесь есть, надо нам немножечко поработать и стереть его. Только вот из-за символики. Вот такой хрустальный подсвечник стоит 400 рублей. Сторгуюсь за 300. Можно прессик поставить сверху. Рыбка из оникса 100 рублей. Дашь тебе такую вещь не купить. Ты, по-моему, такие вот носишь. Смотрите, какой интересный кузнечик. Стоит 5000. Это богемия, да? Говорят, что это для кузнечиков. В таких вот вазочках в Китае кузнечиков подают на обед. Это Франция, так что французы, наверное, для китайцев производят. Да, здравствуйте. Смотрите, медная форма для кексов. Вот в России такие продавали, и наши предки кексы выпекали. 2000 стоит.
поддонник, сливали молоко через этот носик. Вот такой сосуд. Сколько стоит? 6000. Я думала, что это шкатулка, но оказалось, что это мыльница начала 19 века. Мыло было тогда короче, чем сейчас современное. Стоит 9000, раритет. Спросила, сколько стоит Сталин. Они говорят, что он не продается. Это ваш икона и талисман, да? Да. Понятно. Все-таки согласились вождя продать за 300 рублей. Это уголок одной модницы. Она покупает себе светлые вещи. У нее определенная страсть к вот пастельным тонам. Поносит чуть-чуть, а потом продает. Но недешево. Вот такой прессик, шведская птичка, стоит 500 рублей. Возьму для музея. Смотрите, такой штоф. Видимо, для вина. Единственное, рога повреждены сзади. 300 рублей стоит. Овен. Вот такая советская урна стоит 2000. Конечно, возьму. Тем более, что у меня есть такая же. Будут парные. Это для моего уголка в белом металле перед домом. Как подарок за покупку идет пеларгония розовая. Смотрите, вот такая вот вазочка элегантная, очень похожая на серебряную. Стоит 100 рублей. Тяжелая, это, видимо, мельхиор. 1000 рублей стоит вот такая камера. К потолку подвешивается, вниз головой по Wi-Fi, но телефон передает то, что снимает. Тофик, как всегда, мне помогает собирать коллекцию лягушек. Всегда, ну, так, всегда, пожалуйста. Вот, смотрите, вот за 400 рублей такую со спиногрызиком деревянную лягушечку покупаю. Вот такие вот хлопковые брюки цвета фуксия стоят 400 рублей. Возьму. Вот такой вот пиджачок хлопковый. Смотрите, тоненький-тоненький хлопок. 350 рублей. Беру. Он очень нарядный, легкий, недорогой. Я померила, мне отлично. Как всегда у Гали много нужного мне. Вот такие вот елочные игрушки, лягушки тяжелые, стоят по 2500. У меня такие есть. То есть набор будет пополняться. Вот это вот 1500, вот такая лягушка 1000. Но самое главное, здесь еще есть дачная фея, шкатулка, которая сидит на лягушке. Представляете себе? Вот дачная фея на лягушке. 2500. В общем, здесь денег я оставлю очень много. И беленькие тоже. Вот мир посуды. Это как раз тот магазин, где продается вот эта вот фея. Подарок за все покупки получила вот такую заварку. Туда чай. И, соответственно, вот так она крепится. Спасибо. Да раз мне в подарок еще маленьких лягушек дают. Мурановских. Вот. У меня уже там целая коллекция их только. Вот такие вот виноградинки. Две покупаю за 500. Гитара стоит 1500. 300 рублей. Перец очень острый, как я люблю. На всю зиму хватит. Покупаю. Корейский костюм. Стоит 6000. Плотненький, тепленький.